еще одна ночь. Красивая, страстная, яркая, мелодичная. Ну, можно много называть. Ну, для меня Римский-Корсаков – это все сказка. Продукт, который можно было бы презентовать, который можно было бы показывать, давать людям для того, чтобы объяснять, что мы умеем, чтобы они могли послушать нас, понять, с кем они разговаривают. Были моменты достаточно удачные, то есть какие-то вещи просто записывались на раз, и, может быть, где-то что-то корректировалось на протяжении там часа. Такое было. Было то, что некоторые моменты не давались вообще никак. Раз, два, три, и... Сказывалась и усталость музыкантов, отсутствие уже внимания, полной концентрации. Они не могли сосредоточиться на материале. Это очень сложный, на самом деле, физический даже труд. Ощущение усталости? Потому что это было очень трудно. Это очень хороший опыт для нашего звукорежиссера, которого я пригласил. Для него это первый и бесценный опыт в записи большого коллектива. Я очень давно мечтал записать оркестр сессионно. Не концерт записать, а вот именно сессионный оркестр записать. И воздух настолько заряжен между нами. То есть вещи, которые не нужно уже объяснять. Он понимает их на раз, и он получает удовольствие от того, что он делает.